SLT Fight News снова на связи. И рядом со мной находится один из участников главного боя шоу «Патриот» Дмитрий Иванов. Дима, здравствуйте. Здравствуйте. Дима будет выступать в весовой категории 80 килограмм. И сейчас мы ему зададим пару вопросов. И первый вопрос. Как ощущения твои, Дима, эмоции? Ты будешь выходить в главном бою вечера. Добавляет ли это тебе дополнительной ответственности, может быть, мотивации? Ведь этого боя будут ждать много зрителей и гостей шоу. Да, это меня мотивирует. Хочу показать зрелищный, красивый бой, чтобы все гости остались довольными. Следующий вопрос, Дима, вопрос такого плана. Рассчитываешь ли ты закончить бой досрочно или же готов пройти всю дистанцию от начала до конца? Ну, я рассчитываю вообще, как, в принципе, бой досрочно провести, но готов пройти всю дистанцию, если что-то пойдет не так. Даже экстра раунд, даже, да? Экстра раунд. Физически вы готовы? Да. Отлично. Ну, а следующий вопрос классический. Под флагом какого клуба ты будешь выступать и кто тебя готовит, тренирует? Буду выступать под флагом клуба «Славитон». Тренирует меня мой давний друг, товарищ Латышев Алексей. Хороший парень, мы с ним давно дома общаемся. И отличный тренер, это называется. Отличный тренер. Ну и завершающий вопрос. Расскажите, кто придет за тебя поболеть? За меня придут болеть мои товарищи, друзья. Может, родственники? Возможно, жена. Возможно, жена. Здорово. Значит, надо хорошенько подготовиться. Ну и все тогда, Дима. Спасибо тебе за интервью. С нетерпением будем ждать твоего боя. А вы, чтобы не пропустить это, подписывайтесь на канал и ждите вместе с нами. Спасибо.